Подъезжаем, ребята, к Австрии. В принципе, такая нормальная, прикольная дорожка. Мне нравится. Как-то разок ездил по ней в ту сторону, ну, ездил и обратно. Все, как бы прикольненькие здесь такие места. Здесь есть музей. Но я как-то стоял выходные, точнее, выходными это не назвать, выходной, можно сказать. Это когда ролик, где я засранную машину принял, кто не смотрел. Посмотрите, вот там, я думаю, видно музей, короче, вон он. Но я встал в субботу в 6 часов вечера, и он не работал. Ну, в воскресенье он не работал. Поэтому не получилось сходить, надо как-то будет встать в субботу с утра здесь. Я надеюсь, мечтаю, то, что попадется мне такая, ну, линия, это будет Италия-Польша. Вообще цены не было. Ой-ой-ой, как я люблю в последнее время говорить, мама дорогая. В Леванте две, походу лобовое, короче, было. Сейчас мы заснимем, вы уже видели. Ну, давайте не ездите, дайте людям показать. Вот так, ребятки, ездите аккуратнее, чтобы такого не случалось. Всегда будьте на чеку, на чем бы вы ни были, на легковой, на грузовой, даже, блин, велосипед, мотоцикл, даже пешком, блин, тоже надо быть всегда аккуратными. Ну все, ну а я, короче, вот, тут уже до границы осталось совсем ничего. Возможно, сходим в этот, с вами, в дютик, в дьюти-фри, который находится на границе Чехии и Австрии. О, ты, дядька, ну ты еще и передо мной поедь. Да, давай, налево. Отлично, просто красавчик. Я обожаю 30 км в час ездить. Он об этом не знает. Блин, а я ж так люблю, так люблю. О, гиртека парканулась. Что-то у гиртеки такая мода, бампер. А, это, наверное, да, это, короче, блин, некрашенные бампера. Я думал, поначалу что их красят. Короче, чувак по-любому пошел в магазин. Так что так, ну мы двигаемся дальше. Блин, сорян, но, короче, в дютик не пойду, потому что, как вы знаете, я сегодня целый день не хавал. Если пойти в дютик, это галима, минут 25 надо убить, и поэтому, ну и, блин, и в дютике мне, по сути, кроме алкоголя, ничего не надо. Так я завязываю с алкоголем, поэтому он мне тоже не нужен. Так что я вам обещаю, если как-нибудь, я вас даже на этой каденции, я вас сейчас вожу в этот дютик, покажу вам. А так вот у меня такой скромненький ужин, помидорчик, огурчик, мяска нарезал, макары даже греть не буду. И сыр. И все, как-то так. Сейчас покушаю он под фильмец и поедем дальше. Я уже стою на границе с Австрией. Пауза закончилась. Блин, как не хочется уезжать. Все стоят, все, короче, все уже зашторены. Один я еду. Кстати, ребятки, здесь вот, например, это семерка дорога, которая с Чехии в Австрию входит. И вот здесь вот можно купить, например, наклейка, кому нужна, евровиньетта. Австрийская, вот она есть, и в субботу даже продается все, поэтому кому надо, смотрите. Ну а я поеду дальше. Двигаемся по объездной города Вены. Вот такая вот здесь красота, реально красиво. И что хотел сказать, сейчас кто-то скажет, дофига ты вообще поперся, типа 827 километров, и там выгрузка только аж послезавтра. А, вы не знаете, да, выгрузка у меня, ребят, послезавтра, поэтому в теории я мог бы остаться на этом паркинге на границе Чехии и Австрии, переночевать и завтра в 5 утра, никуда не торопясь поехать, не доехав километров 150 до выгрузки, опять встать на паузу и, блин, послезавтра уже доехать. То есть выехать в 6 утра и опять не спеша доехать. Но здесь, ребят, сыграли выходные свою роль. То, что выходные я ложился поздно спать, раньше 11 я не ложился, ну, естественно, поднимался там в 10, в 11 утра, поэтому, если бы остался 6 часов вечера, блин, ну, реально, уснуть бы было тяжковато, а потом, знаете, в 4 утра вставать и сонному ехать, да ну, было нафиг. Поэтому, короче, было решено проехать до 9 вечера и начать искать паркинг. По езде у меня там 3 часа езды где-то будет, и рабочего времени то же самое, там 3:30 будет оставаться в 9 вечера. Поэтому я думаю, за 3 часа что-нибудь найду, ну, зато завтра хоть посплю. Поэтому таким макаром будем ехать. И все. Ну, опять же, Вену, блин, лучше я вот сейчас в 19:27 пройду, чем, опять же, все фуры, в основном все коллеги стартуют там 4-5 утра. Поэтому нафига мне толпиться в коллейке, если можно вот так вот, видите, едешь все тихонечко, и все. Так вот эта вот дура, блядь, сходит с камер, обновление, блин, короче, новое установил, просто вот обычно, да иди ты в жопу, дура тупорылая. Она, короче, на обычную камеру, которая не которая на скорость, а просто камеры, которые висят, она на них реагирует. Это вообще жесть. Том-том, блин, нормально. А, кстати, когда ехал по Чехии,
Кто не знает, кстати, внимательно слушайте. Получается, А1 там закрыто на ремонт. И надо съезжать, короче, получается. Там съезд. И какой-то там город Ржевск, или как это его, короче, что-то такое. Короче, там транзит запрещен. Я говорил, кстати, в ролике, а бы туда не попасть. И все, короче, дабы туда не попасть, едем, постоянно держим направление на Брно. И все, доезжаем до Брно, и там уже, опять же, навигатор вам проложит, куда ехать. Так что так, у меня, что вот это царевна, что вот это царевна, с ума сходили. Хорошо мне в каком-то ролике, где я заблукал в Чехии, спасибо тебе, уважаемый подписчик, написал, как правильно ехать. Потому что он так и написал, говорит, держи, говорит, после Остравы, говорит, направление на Брно. И все, говорит, и там все ништяк будет. Спасибо тебе, братан. Ну, а мы двигаемся дальше. Что, граждане, товарищи, покатались немного, пора искать ночлежку, как я и планировал, после 9 искать, сейчас, короче, не знаю, видели вы или нет, 9.11, и вот у нас первый паркинг, я не знаю, на какой я останусь, стану ли я вообще, ну, как говорится, посреди дороги я точно не останусь, ну, сейчас заедем первый с вами, посмотрим, а дальше я уже буду самостоятельно искать. Так, вон коллега там что-то трется, кстати, он меня обгонял недавно. Сейчас что-нибудь порыскаем. Короче, давайте я порыскаю, а потом вам покажу. Тут пока все реально забито. Так, короче, как можете наблюдать, паркинг забит, реально забит. Было место за этими там в хвостах встать, но там, ребят, опасно. Из-за того, что если будет ехать не габарит, вас выгонят. Поэтому надо искать что-то нормальное. Ну, не на этом паркинге, походу. Со второго раза у меня получилось встать, то бишь на второй паркинг. Встал, короче, не очень, особенно, ну как, я никому не мешаю в данный момент, но с утра это будет смотреться, ну, совсем не очень. Поэтому лучше я вам покажу с утра, потому что на улице темнота, здесь ни фонарей, ничего нет, поэтому вы все равно ничего не увидите. Так что так, сейчас буду думать, сколько мне стоять паузу, 11 либо 9-ку. То есть, короче, посмотрю в телефоне, где у меня выгрузка, если там промка большая, то буду крутить 11 и буду выезжать в 8:30 утра, но если нет, то поеду, буду крутить 9-ку и в 6:30 утра. Так что всем до завтра. Доброе утро, на часах у нас 8:40, все-таки я решил 11 часов крутануть. Ну, то, что я говорил, что стою как бы не очень, короче, вот он такой паркинг, и елка заканчивается вон там, вот Актрас, он уже как бы не по правилам стоит, здесь еще одна тачка стояла, ну, я вот так вот стал, ну, я думал, что вот эти все поразъезжаются, я один кретин буду здесь стоять, но нет, короче, ну, а так. В принципе, в туалет было то сходить, правда, биотуалет. Осталось заехать куда-нибудь, набрать австрийской водички. Ну и все, и встречаю Италию через 200 километров. Так что так, делаю чаек в дорожку и погнали. Погода вообще классная. Там солнышко светит, да, офигенно. Блин, вот, ребята, за что я люблю Австрию. Посмотрите, какая красота. Блин, такое озеро офигенное. Блин, а вид какой, да? Смотрите, вообще обалдеть. Да, вот. Офигенно, просто офигенно. Кстати, там был паркинг, я его проехал. Ну, на следующий раз буду знать. Там можно было бы на паркинге стать, и вот такие виды классные бы открывались. Можно было бы выйти, пофоткать. Но, как говорится, в следующий раз. Не заметил сразу, поэтому как-то так. Проехал я уже 2.11, все никак не могу набрать воды. Куда не съезжаю, то воды нет, на последний паркинг заехал. А там копов как насрано, вот из-за моей всей вот этой вот, как говорится, цыганского тюнинга, меня могут нормально так нагнуть, поэтому я решил уехать оттуда. Так что так, до Италии уже, наверное, километров 50 осталось. Так, я думаю, несложно догадаться, куда я заехал. Италия. Так что так, открываем страну Италию. Пробует Италия. Кстати, 2.5 километра назад был трек-шоп австрийский, но не получилось туда заехать. И сам хотел бы посмотреть, что там именно в Австрии в трек-шопах, потому что в Польше был, в Австрии не был. Ну, там так знак, ребят, расположен. Вот стоит знак трек-шоп и сразу съезд. И, короче, ну, я шел 90, я не успел бы, это надо знать просто. Поэтому, ладно, ничего страшного. Сейчас, короче, начищу картошки, лука, морковки и закину все в мультиварку, 15 минут крутану и поеду дальше, чтобы потом стать на, типа, 30 минут уже достоять и похавать супчика. Поэтому пошел готовить. Ну вот, короче, успел я, ребят, за 21 минуту начистить картошки, лук, морковку, короче, и все. Мультиварочка уже в действии.
И, короче, суп будет вариться 50 минут, поэтому вот сейчас километров 60 проеду и стану на нормальную паузу. И покушаю супчик. А пока вон пару батончиков, чаюхой жахну и все. Как-то так. Летим дальше. Супчик пока почти, пока почти готов. Осталось 2 минуты ему готовиться. Поэтому и вот как раз видите. Так вот, офигенное совпадение. 2 минуты до супа и паркинг. Поэтому сейчас стану, покушаю и поеду дальше. Ну вот он, супец готов. Вот такой вот получился. Уже вот он в тарелочке. Довольно-таки все аппетитно выглядит. Ну что не аппетитно? Лук, морковка, грибы, колбаски. Мясо не кидал, потому что не разморозил. Ну и все, и плюс специи. Все довольно-таки обалденно. Правда, инвертор начал дурить голову, но это все из-за перепадов напряжения, потому что, ну короче, ладно. Хай он там он стоит у меня, хай он отдохнет немного, не могу ноутбук зарядить. Но на всякий случай, для этого у меня, для ноутбука у меня еще лежит сверху преобразователь, поэтому не пропаду. Ну, приятного аппетита, мне говорится. Окидаем вот такое чудное место. А почему оно чудное? Да потому что вот эти координаты мне дал диспетчер. Сказал, что выгрузка здесь. А когда я приехал, мне сказали, что, братан, нифига у тебя не здесь выгрузка. Так, дальше у нас... Ну и что ты, и что мы будем делать? Ну давай так сделаем. Эх, блядь. Ну вот нахрена же лезть-то, а? Короче, чувак этот мне показал в ЦМР-ке, там типа адрес какой-то, говорит, типа, едь туда. Короче, ребят, еду туда. Не знаю, что получится, вообще, правильно ли я поехал, ну ладно. Короче, едем. Утро начинается, видите, довольно-таки неплохо. Мариконе Маги. Не знаю, короче, вроде как в ЦМР-ках такое название было, поэтому... Ну, всего лишь ничего, в принципе, много я как бы не потерял. Я типа 300 метров лишних проехал. Поэтому-то так. Ну, сейчас я, короче, не знаю, где мне стать. Короче, где мне здесь сейчас за уголь стану, пойду узнавать, что так, зачем, почему. А, на ресепшене. Ну, типа такого, ресепшен, с окна вылезла девочка. Ну, довольно-таки приятно. Посмотрела ЦМР-ки и говорит, рампа дуя. Ну, дуя это два. Поэтому все супер. Ну, как, ну, это все супер, но мне бы лучше боковая выгрузка, чем рампа. А то сейчас подъедь под рампу, открой штору, ай, короче. Ну, да ладно. Я же не плакса, поэтому сейчас пойдем назад, короче, в негра превращаться. А что, вы помните, какой я был после этого? Да я вам сейчас покажу, наверное, какой я буду. Поэтому так, ладно, ищем вторую рампу. А, вон она, бачу. Короче, вот так вот сохранился груз до наших времен. Ну, он, естественно, как можете заметить, пошел немножко вот сюда. Ну, все из-за того, что торможение, там вся фигня. А по поводу этого... А, то, что ремни по три раза затягивал, то есть ремни, можете заметить, тут я поснимал, ребят, тут струна. Поэтому три раза, в принципе, хватает с головой. Что ж, короче, помылся, такую лужу зарабил. Вот уже чистенькие ножки, чистенькие. На этот раз потратил 5 литров воды. И, короче, кроссовки с загрузки и носки. Ну, короче, что-то вот в канистре закинул этот порошка. Одну капсулу замочил, пускай покатаются денек-другой. Но перчатки это цена мусора, я их специально на палетнице положил, где-нибудь по дороге потеряю. Так что так, сейчас закрываем палетницу. Закрываем все, отъезжаем, закрываем калитку и стартуем. Куда, правда, еще не знаю. Как всегда, короче, гонят, давай быстрее выгружайся и все. Короче, выгрузился и чекай за ладунку. И все, уже чекаю, наверное, часа полтора. Короче, какая у меня проблема вчера случилась? Вы все видели. Когда я вчера ехал, варил супчик себе, ну и все, супчик сварился, я встал на паркинг, выключил инвертор, отключил мультиварку, ну и все, думаю, да, короче, ноутбук заряжу.
Вставляю зарядку, ноутбук не заряжается. Я поначалу подумал, что каюк, сдохла зарядка в ноутбуке. Я ее недавно уронил. Ну, потом, короче, подключил назад мультиварку. Мультиварка тоже не загорается, понятное дело, что что-то с инвертором. Ну и все, приехал, встал на автогриль, не снимал ничего, потому что был расстроен. Короче, еще раз потыркал, инвертор пикает, но не заряжает ничего. Ну, USB-шка работала, а остальное нет. И все, короче, я разобрал, посмотрел, вроде все на месте, ничего не сгорело, но потом заметил такое, то, что когда пробовал включаю, и инвертор очень сильно нагревается. А по двум сторонам инвертора я его разобрал, там такие, знаете, похожие, как, вот как в компе процессор, вот там такие 6 штучек, и одна из 6 очень сильно нагревалась. Короче, думал, что делать, ну и как бы, когда что-то нагревается, особенно в такой технике, то, блин, лучше с этим не шутить, потому что может и загореться нечаянно. Хоть у меня и предохранители там стоят, но все равно, ну его нафиг, это опасно. И все, написал диспетчеру, спросил, говорю, что как, когда мы на Польше, он мне написал, я не знаю, типа, и все. И поэтому ничего не оставалось, как пойти и купить на заправке вот такой инвертор. Взял себе уже 600-1200, был у меня польский вольт, это, короче, китайский power инвертор. Поэтому не знаю, как он будет работать, но пока вроде заряжает. Без инвертора, ребят, мне никуда. Ноутбук у меня заряжается только от обычного зарядного, потому что вот у меня блок на 230 ватт. А обычные зарядочки, у меня есть такая от старого ноутбука, которая от прикуривателя идет. Она всего лишь, они вроде на 120 максимум бывают. И то один мне поляк, короче, рассказал, то, что, говорит, на, типа, то, что там 120 написано, это все волосы, короче. Говорит, типа, на сарае тоже можно дофига чего-нибудь написать, и это же не значит, что там это лежит. Поэтому как-то так. Вот и все. Короче, в общем-то, стоим вот в такой местине, там, куда я заезжал, вроде никто пока не выгоняет. И все, там, кстати, почти на повороте балкон чуть не снес, я не знаю, может, потом вставлю уже в конце. Это в ролик. Ну и все, ребят. Поэтому будем закругляться. И так, походу, ролик очень длинный получился. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Не забываем подписываться и пишем комментарии, чтобы вам еще было интересно посмотреть. Ну, а я жду загрузку. Ну и поеду куда-то дальше. Куда, я не знаю.